Евросоюз заморозил активы Центробанка. Это решение ограничивает Россию в совершении валютных операций. В ответ на санкции банк повысил ключевую ставку до 20% и обязал организации продавать 80% выручки в иностранной валюте. Как эти меры отразятся на россиянах? По прошлым ситуациям аналогичным можно сказать, что российские банки предпочитали не изменять ставки по ранее выданным кредитам. Поэтому изменение, скорее всего, коснется только вновь выдаваемых кредитов. Нестабильность рубля вызвала панику среди населения. У каждого свой метод обезопасить сбережения. Кто-то вкладывается в валюту, а кто-то снимает наличные. Любое решение, вот такое эмоциональное, оказывается неудачным. Без необходимости лучше ничего не делать. Тот, кто поддался вчера панике и купил доллары по 150, он потерял треть своих сбережений. Начинающие и не очень инвесторы, напротив, пытаются заработать на международном разладе. Как не проиграть состояние на бирже, рассказал экономист Казанского университета. Заработать на кризисе можно либо при очень большом везении, либо если вы очень высокий профессионал. Если ситуация наладится, то наш рынок вырастет в гораздо большей степени, чем зарубежный. Но тут еще надо иметь в виду, что в связи с взаимными санкциями, в том числе финансовыми, доступ на зарубежные рынки может быть ограничен в какой-то момент. И либо человек не сможет вернуть свои деньги, вложенные в иностранные ценные бумаги, либо он вообще потеряет эти активы, они будут заморожены, или произойдет что-либо еще. Центробанк намерен вернуть американскую валюту к прежним значениям, однако ограничения уже коснулись поставок ряда зарубежных товаров. Как сработает импортозамещение, покажет время. Алина Красильникова, Ариадна Кугушева, Универньюз.